Иди давай. Да. Буква Д. Сверхъестественно. Андрей Остапов. Почему мы поменялись теперь, да? Местами. Да, это Остапов. Я сначала не поверил мне в это, но нет, зря не поверил. Пацаны хотят по нам, похуй даже запретить. Уйдет на кезы, сколько на рубли в тенге конкретнее. Ебать, как она стелит, ебать, какой состой за два. Я бы забрал ее себе, но нужен только чистый нал. Короче, ребят, сейчас жесткая авария была. Тамир в стену приехал. На всех пирогах как шел. Походу на вертолете вывозили, что ли? Просто пипец. Жестко, мрачно вообще было здесь. Ну вот прикинь, 150 идешь. И там открываешь. Не отбойника, ничего, да? Нет. Он правее от покрышек подал. Бать, это жестко, что с вертолетом надо. Но его там подзажало даже. Его вытащили, да? Ну да, может с ногой что. Бля, мрачно. Ну тачка 100 пудов под списание уже. Давай туда! Короче, накрылась у нас передняя ступица, правая, начала подклинивать. Поменяли, сейчас ход подправим и поедем пробовать. Валу, ты какое место, сейчас точно не скажу. По 92 балла. Thank you.
Идем в палатку Лукойл. Андрюха Остапов приехал. Посмотрим сейчас, как у них там делишки, как что. Вчера парней видел вечером, домой возвращался. Споттер его и механик. Что, друзья, у нас все в порядке. В общем, картопку вскрыли, все проверили, посмотрели. Кулачки подбиты, но как бы в пределах допустимого. Ну, можно сказать, в идеале. Так что мы готовы. Все. Была ложная тревога. Едем завтра в боевые. Thank you.